такая вот жесть творится вот здесь. Это просто жесть. Это просто жесть жестчайшая. Только что ящики из-под снаряда валяются. А вот колода. Вот когда смотришь где-то, так веришь, не веришь. А так свои глаза. Это уже там вроде кого. А вот у света где-то горит. Стекло даже дрожит. Не знаю, проедем мы там или нет. Ой, похоже. О, тут и движения нету. Там, по-моему, на дороге прям перекрыто транспортом. О, это кадыровец. Это суки. Нет, экс-кадыровец. Зайду их, по-моему. Экс. Вон там впереди вообще большая свалка. Так, а то, наверное, тут нету движения. Цивильная машина подбита. Вот они, реалии войны все. Это цивильный автомобиль. А есть там сбоку дорога. Вот вам русские свинособаки. Вот ваша техника. И ваши дохлые солдаты валяются вокруг, гниют. Так вот, как соваться к нам на Украину. Ничего себе, сколько тут погромили. Так будет со всеми, кто придет на наши земли. Всех ждет такая же участь. Мрази. Вон их останки валяются. Их руки и ноги. Надеюсь, они положили в карман семечки, чтобы подсолнухи выросли.